Лучших украинских художников определили в Париже именитые галеристы Франции. Они утверждают, украинское искусство имеет все шансы стать по-настоящему модным. И уже сейчас открывают для наших художников двери ведущих парижских галерей. И даже Лувра. Из Парижа Анна Гороженко. Больше десятка признанных метров – это кураторы выставочных залов, коллекционеры, фотографы и кутюрье. К их мнению прислушиваются руководители ведущих музеев мира. Именно они и определили самых необычных и перспективных молодых украинских художников. Лучшим признали 19-летнего Николаса Толмачева. В его картинах чувствуется влияние Дали. Художник не должен быть голодным, считают французы, а потому вручили победителю 20 тысяч евро, а также билет в мир большого искусства. Один из самых известных французских галеристов Пьер де Монтей считает, украинцы сейчас в тренде. Современная украинская молодежь – это настоящие бриллианты. У всех них чудесная техника. А без нее стать великим художником невозможно. Заявки на участие в конкурсе прислали 512 молодых талантов с разных уголков Украины. Это означает, что у страны большой потенциал, считает художник и ученый Радольф Ван Гомберг. Молодые украинские художники впитали в себя самые разные направления в искусстве. Времен Советского Союза, классику и современные веяния. И это им помогает быть уникальными. Работы лучшей пятерки будут выставляться в Париже еще несколько месяцев, сразу в нескольких галереях. Анна Гороженко, Сергей Коваль. Подробности телеканал «Интер».